Девочка серо-белая, голубоглазая, родилась 3 марта 2018 года. Девочка очень красивая, крупная, активная. Отлично подойдет для ездового спорта. Отлично сложена для этого. И, конечно, будет отличным другом для всей семьи. Очень прекрасный представитель породы. Щенок уже начинает менять свой окрас. Мы видим уже проявление именно серо-белого окраса или волчьего. Появились вот такие серо-белые очки.